Третий этап чемпионата Приморья по картингу прошел во Владивостоке. В этот раз на трассе Приморского кольца соревновались около 60 участников из Уссурийска, Артема, Находки и других городов края. Спортсмены показали свое мастерство пилотирования в 6 технических классах. Всего же было проведено 16 заездов. Стоит отметить, что третий этап отметился самыми экстремальными условиями за весь ход чемпионата. На старте гонщиков встретило жаркое солнце, а всего через пару часов пилотам уже приходилось удерживать свой карт на мокрой трассе под сильным дождем. По завершении гонки определились 18 призеров. Подавляющее большинство победителей оказалось из Владивостока. Сейчас соревнования уйдут на летний перерыв. Следующий четвертый этап Приморского чемпионата по картингу будет проведен только 9 сентября. Ежегодный фестиваль «Лето на русском» пройдет во Владивостоке. Вопреки всем неутешительным прогнозам погоды, культурно-спортивное мероприятие все-таки состоится. Свои двери международный фестиваль откроет на 3 дня – с 7 по 9 июля. На острове Русском жители и гости Владивостока смогут увидеть и даже поучаствовать в более чем 40 различных секциях. Что касается спорта, то в программу соревнований войдут гонки на аквабайках, заплывы на открытой воде, а также турниры по дартсу, стритболу и другим дисциплинам среди людей с ограниченными возможностями. В рамках культурной программы фестиваль состоятся художественные выставки, различные конкурсы и мастер-классы. Напомню, в 2015 году «Лето на русском» вошло в число лучших мероприятий в региональном этапе национальной премии в области событийного туризма. Чемпионаты первенства Дальнего Востока по спортивному ориентированию прошли в Хабаровском крае. Соревнования проводились в 3 дисциплинах – кросс-спринт, кросс-лонг и кросс-эстафета – в 4 возрастных группах среди мужчин, женщин, юношей и девушек. В течение 3 дней сотни человек пытались разобраться в местности села Петропавловка. Лесные массивы покоряли и приморские ориентировщики. Наша сборная успешно выступила во всех дисциплинах, завоевав в общей сложности 20 медалей, из которых 3 золотые, 11 серебряных и 6 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Приморья заняла 2 места по всем группам. Максим Яковлев, новости спорта на 8.